Вот как я готовлю печеночные котлетки. Слушайте рецепт, он самый правильный. Берете 0,5 килограмма очищенной от пленок и всяких прожилок печенки. Говяжьей, куриной, все равно какой, но только не свинячий. Не дай бог, свинячий, не дай бог. 0,5 килограмма печенки, 1 луковица, 1 яйцо, что еще? 2 столовые ложки муки, 1/2 чайной ложки разрыхлителя или погасите соду уксусом, соль, перец по вкусу и жарьте как оладьи на очень легком огне под крышечкой. Вот так я готовлю печеночные котлетки. Желаю вам удачи и приятного аппетита. Ну все.